Всем привет, ребятки, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чегеря, вот это долгожданная реакция на сериал 5.32, дело номер 6, часть 1. Решили серию поделить на две части, очень интересно. История такая, то что в одну серию не смогли бы все это уместить, либо, я не знаю, что еще, просто растянуть как-то. Что я хотел сказать? Не помню. Давайте, короче, смотреть серию. И в конце, как всегда, поболтаем. Простыл еще, блин, походу. Так, очередной маньяк. Собирает все статьи об убийцах. Слушайте-ка, а не этот ли старик? Что-то вид... Ну, сцена похожая была с ним. Тоже так улыбался в камеру. Может, ошибаюсь, конечно, но хочется просто увидеть уже. Считай тоже. Махина. И нам всегда вначале показывали старика, а тут мы уже в том времени и какой-то маньяк. Я все больше верю, то что это он. Это кто? Другая история уже. Почему ты меня здесь на полу положила? Я все помню.
еще продолжает. А, Думан, сигаретку дай. Ну че, че думаешь? Да, честно говоря, много нестыковок. До этого девушек убивал. Сейчас на мужиков перешел. Да вообще без понятия. Да, может, наш маньяк гомик, а? Нет, нет, ребята, эта версия сразу отпадает. Я смотрел остатки тела, сексуального насилия не было. Интересно, интересно, бля. А почему он от тела не избавился? Обычно мы находим части тела, там, голова, ноги, если вообще что-то находим. А он тут все навпоказуху оставил, бля. Ну, знаешь, ну вообще никогда не понять, что у этих конченых уродов в башке творится. Да, согласен. До хрена вопрос. Да. Покойся. Ашиська. Я не хочу разговаривать. Покойся. Ты же меня знаешь? Я сейчас эту дверь ушатаю. Не румати меня, Ашиська. Что думаешь, что я слепой, что ли? М? Покойся. Ну ты же моя сестренка. Моя кровь. Че, ну в медицину этой жахсы, блин. Ладно. Мне подробности не нужны. Просто скажи, кто он. Вот урод вообще. Это реальность такая. Честно. Здорово, пацаны. Уголовный розыск. Так. Олег, ваш друг, да? Да. Ну... Не только друг, он брат мой сводный. А что такое? К сожалению, сегодня он был найден убитым. В смысле? Как? Нет. Не может быть. Конечно, понимаю, тяжело. Но протокол есть протокол. Надо ответить на пару вопросов. Да. Свидетели говорят, что вы всегда вместе работали. Лучше всех его знали. У него не было ни с кем конфликтов на работе, вне работы. Да нет. Ничего такого не было. Мы думаем, что он стал жертвой маньяка, который сейчас в городе беспредельничает. Ладно, пацаны. Мы сейчас не будем вас напрягать, хорошо? Сейчас похороны, оно мной все пройдут, потом поговорим. Да. Если что, будем на связи. Давайте. Думан, ты спокойный.
На, выпей. Что-то долго нам показывают. Что за хуйня сейчас была? Я не знаю. Это что, блядь, шутка? Женя, отъебись, я не знаю. Нужно было это нам или нет? Непонятно. Чисто так. Что-то какая-то мутная тема, бля. До этого 5 проституток завалили. На куски разрезали. Индосанитар, бля. Вообще не в тему. Слушай. Жанар, я кию саган странный горинг джук, ба? Может, их тоже в разработку возьмем? Да нет, ты че? У них же алиби. На дежурстве были. Свидетели есть. А то, что вели себя странно... Ну, не знаю, как бы ты отреагировал, узнав о смерти брата. Что-то звук в этой серии тихий. Ослепительных снах группа крови на рукаве мой порядковый номер на рукаве. Кто из вас султан? Ну я. А чё? Пойдем пообщаемся. О чем? Я Бакусин, старший брат. Ну, пойдем тогда пообщаемся. Сейчас, пацаны, сейчас подойду. А я думал... Сука, блядь, гнида! Слушай, там один парнишка вышел. Сестренка пропала неделю назад. Просится на опознание по нашему делу. Неси. А он знает, да, что там полный пиздец? Я бывший военный экин. Думаю, все нормально будет? Сейчас будет прикол, если он голову поднимет, а там тут стоит. Нет. Второй заход. Легкая предсказуемость. Сегодня или вчера. Вчера только обсуждали такие моменты в фильмах с чуваком. Алло, мы вас хлопцы, не? Кто вас сюда? Я вам думал, не вот займу. Короче, Женю убили. И вот кандидат в план санитарный врач вас вы? Да ну нахуй. Себе.
Нам показали семью, можно сказать. То есть другую жизнь, сторону следователей. Блин, это другая, да? Итак, парни. Сколько, интересно, времени случай, прошло? Если вдруг кого-то стошнит, вот ведро. Объясняю сразу, что всем было понятно. Здесь лежат части тел разных людей. Не дай бог, конечно. Ну, может, друг кого-то опознаете. Пожалуйста. Сильно не пугайтесь. Эти части пока в мусорке лежали, их крысы погрызли. Ну, ебать, бля. Фух. Нет. Ну, прошу сюда. Значит, здесь тоже части тела, но они долгое время пролежали в воде. Тоже не в лучшем состоянии. Пожалуйста. Заметили же, наверное, взгляд. Ой, пиздец, блядь. На обед вышел, называется, да? Ну, извини. Че, холодно, что ли? Нет, нормально. Да все, все, пришли. Че ты, ну, долго идти, а? Че, натерл каблуки, а? Да, пойдет. Бля, кучу не убрал. Короче, вот домой. Ну, не мой, братишкин. Понятно. Давай, заходи. Че, пацаны, знакомьтесь. Украшение нашего вечера. Олесь. Так, стоп, стоп. У вас что, трое, что ли, будет? Да не парься, ты че? Это мой братишка. Это мой кентубас. У нас опять кусочки, да? Не боись, не обидим тебя. Доплатим нормально. Здрасте. Женя. А я задумаю, опять этот дом показывается. Че пьем? От коньячка бы я не отказалась. Сейчас замутим. Давай, дело по красоте. Садись, ты че? Не стесняйся. Давай сразу договоримся, оплата вперед. Без проблем. А теперь давай потанцуем. Ай, бля, неохота. Давай лучше сразу к делу. А что, стесняешься? Давай потанцуем, говорю. Ну. Какого черта, а? Слушай, ты не болеешь ты ничем, а? В смысле? Ну, не знаю, там сифилис или что-то такое. Да не, я слежу за собой. А гепатит Боткин ничем? Не болеешь? Хуй его знает. Ты что, врач, что ли? Ну, не врач. Санитарий. Не парься, санитар. Там у меня все нормально.
Чё, жениться собрался, что ли? А вот и коньячок. Чё за хуйня? Чё сюда добавили? Таблетками почему пахнет? Это чтобы в мясе бактерий не было. Чё за мясо? Происходит вообще, а? Блин, реально мало, короче, времени. Уже хочется увидеть следующую серию. Я ее сейчас посмотрю. Так. Ну, в начале, ну, стопудово ведь, а? Ну, это же стопудово он. Все. В начале как будто бы... Это тот самый старик. Но... Спустя время не его ли убивают? Это же он и есть. Ну подожди, он бородатый. Фиг его знает. Короче. Санитары, это пипец какая-то херня. Ужас. У нас тут слов нету просто. Короче, один маньяк убивает этих санитаров. Почему он их убивает? Непонятно. Может, он типа, ну, правильный маньяк? Типа, вы плохо поступаете, так нельзя. Поэтому я вас лишаю жизни. Что тоже неправильно. Следователь вообще не знает, в чем дело и что происходит. Ну, как бы, есть несостыковка, они это вкурили, считай. Но понять не могут. И я тоже понять не мог, что происходит вообще. Тут же этот усатый мужик, маньяк, я не знаю, был у него имя или нет. Он что-то увидел. Я думал, это он убил того парнишку вначале, поначалу, ну, сначала я так думал. Потому что она ревела, и мне казалось, что... Речь шла о том, и он, типа, от него избавился. Но я думал, может, она там мутит с ним. Типа, он, может, думал, что она его, он ее портит и так далее. Поэтому, ну, такая братская ревность, типа, может, была. Что не хотел он... Короче, я так думал, но ошибался. Вот, дальше у нас что... Он приходит к санитарам.
Сейчас посмотрим-ка. Санитаров. Вот этот бородатый жив. Я-то думаю, что так долго их показывают? А тут дело в них-то как раз-таки и было. Ну, частично. Правда, у них алиби было, типа, якобы они работали. Блин, столько вопросов вообще. И это еще ревел. И главное, ну, как только они вышли, они же не заговорили о том, что они сделали прошлой ночью. Молчали прям. Короче, непонятки. Этот мужик усатый в итоге избивает парнишку девушки. Слушай, там один парнишка вышел. Сестренка пропала неделю назад. И у него сестренка пропала неделю назад. И, видимо, часть ее тела он все-таки увидел. И в этот момент еще, то есть ночью, он убивает второго чувака. Он прям, короче, следил за ними и знал, наверное, все. А может, этот мужик, он и есть старик? Не, его, наверное, поймают. Блин, фиг знает. Девушка у Шалкара новая, да? Или это та же самая? Как будто другая. Может, путаю, конечно, опять. И он приходит к, ну, следователям, в общем, разглядывать часть тела. И видит, он видит. И видно было, должно быть, и тому врачу, что тот так смотрит. Ну, можно было бы что-то как-то подумать. И вот после этого момента нам показывают дом. И то, что эти санитары сделали как раз-таки этой ночью. Так, русский и один вот казах. Проститутка, конечно, симпатичная. Ну, глаза красивые. Так. Ну, тут все, как бы, просто показали нам, что они избавились от тела. И ничего не понятно. Вопросы. Куда подевалась его сестренка? Что ее в итоге кто-то с ней... А, так это они порешали же, получается. Все. Они же нашли части тела. И он увидел. И вот ему, получается, надо найти третьего, чтобы отомстить, наверное. Ох, кошмар. Ладно, на этом реакция заканчивается. Я сейчас буду смотреть следующую часть, которая выйдет потом, фиг знает когда, на следующей неделе. Вот, а вы пока... Пишите комментарии, ваши предположения, что кого, кто. Может, у меня, конечно, сегодня же мнение изменится. В любом случае, пишите, читаю. Спасибо всем за просмотр.
Всем пока. Check it out.